Здравствуйте! Время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его, говорил Самуил Маршак. С заботой о вашем хорошем самочувствии мы делаем все, чтобы 17 минут, проведенных с нашей программой, были наполнены только полезной информацией. Позаботимся о здоровье вместе. Летняя пора – это отличная возможность получить заряд положительных эмоций и укрепить здоровье. Синоптики обещают в июле и августе много солнечных дней. Однако знойное и душное лето – это повод быть более осмотрительным. Ученые утверждают, что всего за полчаса пребывания на открытом солнце наше тело получит такое количество тепла, которого хватило бы, чтобы вскипятить 3 литра воды. Такой мощный термический стресс заставляет работать все системы и органы на повышенных оборотах. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями учащается пульс, поднимается давление, возникает риск возникновения опасных кризов. Так как во время жаркой погоды происходит обезвоживание организма, сгущается кровь, нагрузка на сердце увеличивается. В жаркое время года люди, страдающие сердечно-сосудистой патологией, должны распределять свой день. Выходить на улицу в первой половине дня, либо когда уже нет такой высокой температуры и очень высокой влажности. Во время летнего зноя, когда человек сильно потеет, а жидкости употребляет мало, нарушается нормальная работа важных биохимических процессов в организме. К тому же при определенных условиях во время повышенной температуры воздуха с потом теряется до 1 литра жидкости в час. Обильное питье – лучший вариант помочь сердечно-сосудистой системе. Рекомендуется в жаркое время употреблять до 3 литров жидкости в сутки. Но это имеется в виду люди здоровые. Если люди страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в любом случае жидкости количество должно быть ограничено. То есть это в пределах 1,5, максимум 2 литра жидкости. Лучше всего чистая вода. Можно с лимоном, можно с мятой. Но ни в коем случае не принимать сладкую и газированную воду. Особая группа риска – дачники. Никакие трудовые подвиги, даже во благо любимых внуков, не стоят вашей жизни. Постарайтесь как можно больше находиться в прохладном помещении. Избегайте прямых солнечных лучей, особенно в середине дня. Стараться работать на даче, на грядках в первой половине дня и после того, как солнце зашло. И, безусловно, смотреть, в какой одежде вы выходите на улицу. Одевать шляпу с широкими полями, выбирать правильную одежду. То есть одежда должна быть либо льняная, хлопковая, то есть чтобы дышало тело. Пожилым людям особенно необходимо следить за давлением и пульсом, регулярно принимать нужные лекарства и всегда держать их под рукой. При малейшем подозрении на ухудшение состояния незамедлительно обращайтесь в лечебное учреждение. В переводе с латинского инсульт означает «наскок», что говорит о внезапности его наступления. В следующем сюжете по просьбе наших телезрителей мы расскажем, где проводят реабилитацию людей, столкнувшихся с этим недугом. Если у нас реабилитационный центр для людей, перенесших инсульт, и где они находятся, и, конечно, хочется узнать, какие процедуры. Единственный медицинский центр, который специализируется на реабилитации больных после инсульта, после травм, потому что мы принимаем больных к себе в стационар, и у нас медицинское наблюдение в течение всего срока пребывания в стационаре. Также мы предоставляем для каждого нашего пациента программу, предлагаем ему различные физиопроцедуры, предлагаем лечебную физкультуру, массаж, бассейн. На сегодняшний день проблема инвалидности после инсульта остается одной из самых острых. Но практика показывает, начатая на ранних сроках реабилитация способна вернуть человеку утраченные функции. Конечно, это титанический труд как медицинского персонала, так и самого пациента и его близких.
первый год является самым важным для больных после инсульта. Именно в это время мы можем максимально восстановить все двигательные, речевые функции и максимально повлиять на здоровье пациента. Специально подобранные упражнения лечебной гимнастики снижают гипертонус мышц, укрепляют ослабленные мышечные ткани, восстанавливают равновесие. Массаж способствует активному лимфообращению и циркуляции крови, эффективен в борьбе с застойными явлениями. В комплекс реабилитации также входят бассейн и физиопроцедуры. Если нет противопоказаний, назначается озонотерапия. Эта процедура благотворно сказывается на состоянии всего организма. Кислородом насыщаются все клетки и ткани. Именно поэтому после сеанса пациенты всегда чувствуют прилив сил и снижение нервозности. Особую роль в реабилитации занимает и иглорефлексотерапия. С ее помощью удается устранить слабость в конечностях, боль и сенсорные нарушения, восстановить речь. Врачи отмечают, в комплексе с другими процедурами иглоукалывания может заметно сократить период реабилитации. В данном случае у больного левосторонний гемипарез, грубо выраженный, и нам главное восстановить двигательную активность в конечностях парализованных. Поэтому точки ставятся на восстановление мышечного чувства, чувствительности вообще общей, и в том числе снижение тонуса мышечного, который повышен после инсульта. День таких пациентов расписан с самого утра. Процедура за процедурой, одна дополняет другую. Все под пристальным вниманием специалистов – терапевтов, кардиологов, неврологов, реабилитологов. Круглосуточный стационар медицинского центра «Океан» может принять на реабилитацию после перенесенных травм – колена, позвоночника, после операций, а также при гинекологических, урологических и других заболеваниях. Особую роль в восстановлении играет природа, даря всем целебные свойства положительных эмоций. Она лечит, восстанавливает, гармонизирует. А вот об этом виде исследования должны знать все женщины. После 35 лет врачи настоятельно рекомендуют каждой раз в 2 года проходить маммографию. Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. Привычная и одновременно ужасающая статистика говорит, с каждым годом рак молодеет, растет количество заболевших женщин. Надежный способ борьбы против рака молочных желез – ранняя диагностика. Что можно сделать, чтобы выявить, да, это заболевание на ранней стадии? Во-первых, элементарно обратиться, поскольку у нас многие женщины получаются неохваченные. Образно, средне взяли статистику и посчитали, что, скажем, опухоль растет в геометрической прогрессии. И срок его удвоения составляет примерно 100 дней. Так вот, данная опухоль, которая там, скажем, около 3-4 сантиметров, она, по сути, росла около 10 лет. После 35-40 лет каждая женщина должна раз в 2 года обязательно проходить такое обследование, как маммография. Практика показывает, она позволяет выявить ранние формы рака на 2 года раньше, чем любое другое клиническое обследование. Что же касается качества и информативности маммографии, то здесь не последнюю роль играет несколько факторов – опыт специалистов и, конечно, оборудование. В медицинском центре «Асклепий» работают врачи с многолетним опытом, известные далеко за пределами Приморского края. Здесь создан кабинет маммографических исследований, который оснащен самым современным на сегодняшний день оборудованием. У нас маммограф, скажем, один из самых современных, и производитель один из самых передовых в мире. Благодаря более высокому качеству изображения и большей разрешающей способности этого оборудования мы можем выявлять опухоли на более ранней стадии. Чем раньше мы выявим, тем более успешно все это подвергается лечению, тем меньше риск возникновения метастазов, ну и тем само лечение легче проходит.
Цифровая маммография позволяет увидеть мельчайшие патологические изменения. С помощью постобработки изображений увеличить проблемные зоны, более детально их изучить, что для пленочных снимков просто невозможно. Помогает врачам и возможность автоматизации ведения архива, что крайне важно для сравнения ранее выявленных результатов с повторными снимками. Окончательно же подтвердить или опровергнуть наличие рака груди сможет только гистологическое исследование. Неинвазивную, стереотоксическую биопсию можно провести здесь же, в медицинском центре Асклепий. И что самое важное, диагностику и заполнение всех заключений после проведенных обследований, включая УЗИ, проводит один врач, что повышает качество диагностики этого грозного заболевания. Прогулки на свежем воздухе – это самая главная часть всех наших выпусков. Но сегодня мы не просто наслаждаемся красотами природы и ароматами благоухающих цветов, мы делаем заготовки. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. И эта красота покоряет сердца всех, кто проходит мимо. За удивительную красоту и невероятный аромат розу часто называют королевой сада и символом любви. А вот титул королевы десертов незаслуженно забыт, хотя из лепестков розы можно сделать невероятно вкусное варенье. Рецептов этого лакомства множество. Одни просто перетирают лепестки с сахаром, другие варят их в сладком сиропе, третьи вместо сахара используют мед. Кстати, кто именно и когда придумал варить варенье из лепестков розы, до сих пор неизвестно. Для варенья подойдут лепестки душистой или чайной розы, полураспустившиеся бутоны красных роз, а также лепестки шиповника. Главное, не используйте цветы, купленные в магазине, только выращенные в собственном саду. Лучше всего собирать лепестки на рассвете, когда розы раскрывают свой аромат во всей полноте. Тогда варенье будет отличаться особым вкусом и тонким ароматом. Из розы чайной ешь варенье, и наступит исцеление. Это вкуснейшее лекарство, которое лечит горло, повышает иммунитет и положительным образом влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Ну что, приступим к его приготовлению? Засыпать сахаром лепестки мы не стали. Мы добавили в воду сахар, сварили сироп и уже в кипящий сироп добавили лепестки роз. Процесс варки элементарно прост. От вас требуется только периодически помешивать варенье. Кстати, варенье из лепестков роз широко распространено в восточных странах. Так, например, в Турции такое варенье называют гюльбешикер. Что касается времени, в разных рецептах оно варьируется от 15 минут до 12 часов. У нас все заняло около 40 минут. Чтобы варенье приобрело красивый розовый цвет, в процессе варки добавьте 1 чайную ложечку лимонной кислоты. Готовность варенья можно определить по лепесткам. Они должны размягчиться и не плавать на поверхности. Кажется, наше варенье удалось. Красивое, ароматное варенье из роз зимой станет самым ярким напоминанием о лете, о цветущих садах и теплых солнечных лучах. Сочные, вкусные и ароматные ягоды по своим полезным свойствам заслуживают звания эликсира молодости, красоты и долголетия. Самая популярная и всеми любимая клубника благотворно влияет на пищеварительную систему, имеет мочегонный эффект, улучшает аппетит. Благодаря наличию антиоксидантов она обладает противораковыми свойствами, а также способствует замедлению процесса старения. Ученые единогласно утверждают, что эта ягода очищает организм, оздоравливает глаза, положительно влияет на головной мозг, понижает кровяное давление.
На втором месте ягодного рейтинга – малина. Она полезна при гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклерозе. Эта ароматная ягода содержит элановую кислоту, употребление которой снижает риск онкологических заболеваний, положительно влияет на работу кишечника. Ее рекомендуют женщинам, так как малина способствует улучшению цвета лица. Ну и, конечно же, малина является одним из лучших лекарств при простудных заболеваниях. Почетное третье место принадлежит чернике. Лесная ягода богата пектиновыми веществами, которые помогают быстро выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов и радионуклиды. Особенно полезна черника людям, страдающим нарушениями обмена веществ, а также при таких заболеваниях, как подагра, ревматизм, мочи и желчекаменная болезнь. На этом у нас все. Надеюсь, сегодня что-то полезное для себя почерпнул каждый. Всего вам доброго и до новых встреч!